Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас тематический сюрприз-микс по известному мультсериалу «Барбоскины». Откроем с вами 16 сюрпризов, будет точно интересно. А чтобы не пропустить новое видео на канале, скорее подписывайся и жми на колокольчик. Кто любит «Барбоскиных», ставь лайк и поехали! И начнем наш микс с коробочек Happy Box. Что внутри, посмотри, а внутри нас ждут «Барбоскины» на даче в коллекции 7 игрушек. Сверху пленка, сейчас мы ее... Кстати, мы взвесили, эта коробочка весит 41 грамм. Конфетки внутри, леденцы. Мы такие уже вам показывали. Такие вот сосалки. Надеюсь, что мы сегодня соберем всех героев. Такая коллекция. Димон, Лиза, Тимоха, Дружок, Роза, Гена, Малыш и Пушок. Пушок, конечно, не совсем не Пушок. Так, и тут нам Малыш, наверное, попался. Помоги Малышу добраться до шарика. Задание. Да, нам первый Малыш попался. Вот такой вот Дружок. Он самый младшенький из всех. В штанишках коричневых на подтяжках, голубая рубашка, голубые кеды. Ну, зачем много краски использовать? Фигурка на подставке. Ну, в принципе, хорошего качества. Есть погрессив по краске. Даже маленький хвостик мы такой сделали. Липочка. Что-то это не на хвостик даже похоже. А на штырек на какой-то. Ну, в целом игрушка большая, достойная. Давайте сразу еще одну коробочку откроем. Эта коробочка 42 грамма весит. Есть много повторок в весе. Надеюсь, будут не повторки. Нет, нам попался Дружок. Дружок любит футбол и не любит учиться. Ну, а тут его тоже с мячиком сделали. Футбольным. Вот такой вот он. В костюмчике спортивном, в кроссовочках желтых. Прям похож на себя очень. Классная фигурка. Ну, тоже есть косяки. Ну, я думаю, они не страшны. И хвостик тоже такой. Ну, здесь уже больше на хвостик похож, маленький. Что, у Дружка прям штырек какой-то. Ну, здорово. Следующую давайте откроем коробочку от Оригами Просто Тойс. Весит она 25 грамм. И здесь, наверное, вот 5 игрушек всего в коллекции. Посмотрим, есть ли там вкладыш. О, вкладыш есть. Это круто. Такой вот вкладыш. Да, их 5 всего. Такие интересные. Им как будто бы шерстку, что ли, сделали. Так, давайте быстрее смотреть, кто нам попался. О, Дружок нам еще один попался. Слушайте, хорошие игрушечки. Прям смотрите, так сделали, как будто бы он действительно у него шерстка. А тут как будто бы у него штаны с рубашкой вязаные. Самолетик у него на кармашке. Одет действительно как Малыш. И здесь как дедушка пенсионер, а здесь как Малыш. Все-таки надо было немножко штанишки повыше сделать. Ну, эта фигурка мне больше нравится. Лицо прям такое живое получилось. Хорошенький. Подставку забыли. Во. Хотя он и без подставки стоял. Еще одну коробочку Happy Box с вами откроем. Очень хочется Лизу мне. Потому что мы открывали как-то, да, вот мы пытались собрать коллекцию, нам Лизы не хватило в яичках. Так, а тут нам попался Тимоха. Помогите Тимохе добраться до цветов. Понятно потом, кому будут предназначены эти цветочки. Конечно же, Розе.
Кстати, мне Даша сказала, что я его, как называла, дружок, да? Ну, это же не дружок, это малыш. Заболталась. Тимоха, давай, доставайся. Вот такой вот Тимоха. Вот они, два друга. Воздыхатель Роскин. Хороший. Хвостик у него такой. Почему они такие хвостики маленькие? Как у хомячков. Большой такой. Хорошего качества фигурка. Такое ощущение, что он внутри пола, если честно. Так, если его надо... если на него надавить, можно его продавить. Ушки у него такой вот. Из резины сделаны. В принципе, он весь такой. Гнущийся. Можно согнуть, если постараться. Следующий сюрприз в пакетике. Веселые сквиши. Тоже Барбоскины на даче. В коллекции Роза, Дружок, Малыш, Дымок и Пушок. Нам попался. О, нам Малыш попался. Он такой хороший такой, сквиши прям. Хорошо так мнется. Оп. Я вернулся. Похож на себя. Мне нравится. Волшебство, да? Это так сжимаешь. Оп, и вернулся в исходное положение. Еще одна коробочка Happy Box. Ох, конфет мы с тобой, Даш, наедимся. Ой, забыла сказать, сколько весит. Коробочка весит 46 грамм. Какая-то я забывчивая стала. О, повторка нам, Дружок попался еще один. Не будем мы его тогда доставать. Давайте сразу еще одну откроем коробочку. Тоже 46 грамм. Что там тоже будет, Дружок? О, нет. Здесь нам Геннадий, самый умный из всех, попался. Помогите Гене добраться до микроскопа. Достаем. Вот такой вот Гена в красных очках, в жилеточке, в рубашечке. Всем ручкой машет. Привет, ребята! Как я вам? Тоже такой хвостик забавный. Хорошего качества, очень похож на себя. И это самое главное. Следующий сюрприз вот в такой коробочке. Здесь School Lunch обещают, школьные какие-то вкусняшки на всю неделю. И еще подарок внутри пообещали. Сейчас мы посмотрим, что там за подарок положили. И вкусные ли эти вкусняшки? О, тут батончики злаковые. Так. Внутри 5 батончиков, 2 с Дружком, с Лизой, с Розой и с Малышом. Давайте посмотрим, что внутри. А, вот такие вот батончики внутри. Знаете, довольно-таки вкусные. Сытно будет точно. Ну а в подарок нам положили закладка, что ли это. Шпаргалка, русский язык. Ну, тут и шпаргалка есть, правила русского языка. И можно использовать как закладочку в книжку с Дружком. Фу, с Дружком. Да что же я его все Дружком называю? С Малышом. Следующая коробочка от Happy Box. 43 грамма. Вот
Интересно, те, кто сбоку нарисованы, это они попадаются или нет? Давайте проверим эту теорию. Нет. Я уже вижу Розины волосюшки. Да. Помогите Розе добраться до мыльных пузырей. Роза самая старшая из всех. Модница. Вот такая вот Роза. Высокая такая. Она хорошенькая, но все равно она немножко отличается, мне кажется, от себя в мультике. Хотя, в принципе, похоже. Как вам она? Напишите свое мнение в комментариях. Еще один пакетик со сквиши откроем. Посмотрим, кто здесь нам попался. О, и тут же нам еще одна Роза попалась. Ну, Роза какая-то анимешная тут получилась. Не особо на себя похожа. И сквиши, кстати, немножко другого качества. Не такой, как здесь. Здесь он прям, видите, залипуха. А она, видите, сразу по факту возвращается в исходное положение. Как-то странно. Одна и та же фирма, а сквиши разные. И пахнут они приятно. Сквиши, я имею в виду. Так, еще одну коробку давайте откроем. 42 грамма. По-моему, у нас тоже такой вес уже был. О, новый. Помоги дымку добраться до телефона. Вот такой вот он. Хулиган. Подымок. Так. Вот такой вот. Сразу по нему видно, что он такой пакостный. Вот его друг. Хотя Пушок, он такой добрый. Котик. Это же котик же, да? Вроде котик, да. Я себя поймала на мысли, если он котик, а он симпатию проявляет к Лизе, а Лиза собачка, как-то... Ну ладно. Фигурка хорошего качества. Ой, тут хвост ему уже сделали. Вот на хвост похоже. Я, знаете, что заметила? Что на коробочке изображено 7 персонажей. А в самой коллекции 8. Здесь Пушка почему-то не дорисовали. Непонятно почему. Так, и нам тут попалось. Лизон попался наконец-то. Так, где она? Вот. Помогите Лизе добраться до шляпки. Лиза попалась самая ябеда, корябеда. Такая вот она. Ой, ручку так кому-то подает. Чтоб ее поцеловали. С хвостиками. Ну, прям как из мультика. Хвостик у нее уже такой. Более на хвостик похож. Хотя тоже маленький. В комбинезоне, видимо, джинсовом. Хорошенькая. Ну, конечно, с этими не сравнится. Эти прям как будто бы из мультика только что прибежали к нам. Так, и нам, получается, только Пушка и не хватает, правильно? Из всех. Ну, правда, тут его не нарисовали. Так, и Пушок нам попался. Мы собрали коллекцию. Помогите Пушку добраться до пончика. Давай, иди к нам, Пушок. Вот такой вот рыжий, пухлый котофей. Упитанный такой. Вот видите, хвостик у него, как у котика все-таки. Ой. Здесь не обделили только котофеев хвостами.
сделали полноценные хвосты им в этой коллекции. Ручкой машет всем привет. Добрый котик. И тут тогда мы не будем открывать, мы ее в миксах откроем. Ну, посмотрим, кто нам в оригами еще попался. 41 грамм. Достаем. И нам попался Геннадий. Гена. Такой вот он классный, лайк показывает, и вы нам тоже лайк поставьте. Смотрите, у него мордочка прям, шерстка прям. И здесь он как будто бы весь вязаный шарф, ну точно вязаный, свитерок или жилетка, жилетка это да. Классный вообще, классные они, самые крутые. И последний на сегодня сюрприз в коробочке от фирмы Весна, фабрика игрушек. Здесь у нас полноценная куколка с волосиками, Роза. И нас здесь ждет какой-то сюрприз внутри. Так, а тут, наверное, что-то из аксессуаров должно попасться. Как нам добраться? Открываем. Вытаскиваем. Что-то тут вывалилось у нас. А, это вот как раз подарок и вывалился. И что тут у нас в бумажечках? Розовая расчесочка нам попалась. Ну, конечно, сюрприз так себе. Но все равно. Освободим Розу. Достаем. А еще мы зеркальце нашли. Расчесочка и зеркальце. Вот такая вот розочка. Волосики у нее блестящие. Два хвостика. Приятные на ощупь волосы. Синие колготочки. Юбочка тканевая. А здесь кофточка у нее из пластмассы сделана. Ну, мы, конечно, очень на себя похожи. Ножки у нее гнутся, ручки тоже, голова поворачивается. Ну, полноценная куколка прям. Волосы, конечно, прям блестящие-приблестящие. Они такие с розовинкой у нее. Тоником, видимо, покрасилась. Ну, классненькая, мне нравится. Стоит? Если поставить ее. О, стоит. Вот такие игрушки нам сегодня попались, тематический микс удался, собрали всех основных персонажей. Мне больше всего понравились фигурки Гены и малыша от оригами. А как вам игрушки? Напишите свое мнение в комментариях. Если понравилось открывать с нами сюрпризы, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения! Пока-пока!